Господь свой, просвети наш разум истиной Твоей. Этот свет да сияет для многих. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Так. Брат, возьми книжечку, пожалуйста. А чего ты это не убрали? Ну, что-то еще не брать, чем-то. Зато у нас люди были. Благие ваши писания. Да, здесь все, Сергей, здесь писание, все. Послание Галатам. Книг убрать, гитару. Святого апостола Павла, Виктор, 4 глава. Ну как, Галатам? Это же любая. Она железная, она чуть-чуть заделается, скребла. Нет, она в детскую унести, в детскую надо унести. Не-не-не, это... Сейчас давайте. Зачем вы это делаете? В детскую ее унесите. Да, в детскую. Сейчас. Я унесу сейчас. Ага, все, вам поняли. И так. Наверх ее. Не трать время-то, иди вперед. Ну шумят, народ, иду. Ты считай, люди успокоятся. Галатам, 4 глава, 20 стих. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Толкование. Я не удовлетворяюсь письмами, но желал бы с вами и изменить мой голос, то есть обратить его в сетование и плач. Я недоумеваю, что сказать о вас, каким образом вы, которые настолько возвысились, что подверглись даже опасностям за веру и совершали знамения через нее, теперь удаляетесь под законной немощи. Поэтому я желал бы в вашем присутствии сетовать о вас. Ибо когда находился в затруднительных обстоятельствах, то обыкновенно предавался слезам. Вопрос. Пожалуйста. А каким голосом он тогда сейчас к ним обращается? В данный момент? То есть изменить голос. То есть изменение интонации действительно оно вот есть. У нас часто сестры обращаются и говорят, измени интонацию, и сразу у тебя по-другому все пойдет. Благовестие там или какое-то, ну, объяснение какое-то. Вот здесь апостол Павел как раз об этом и говорит, изменить голос. В сетовании. А сейчас он каким голосом-то говорит? Тогда, в таком случае, строгим или обличительным? Но он им, во-первых, пишет. А в письме, как правило, интонацию-то не... трудно передать. И вот он им пишет, что при встрече, чтобы вы увидели, как я вас сетую. Нет, это подожди. Ну он желает видеть их образ покаяния, это понятно. Поэтому он хочет изменить тогда в плаче и так далее. То есть поскорбеть о них, что как они так поддались на вот это вот. Кстати, вот насчет поддались вот лжеучителям и так далее. Вот сегодня выступление брата Игоря Третьякова мне понравилось. Выступление человека, который как раз поддался какому-то обольщению лжеучителей. Разговор вообще о духовном обращении людей нету вообще никакого. А им там хорошо, светло, тепло. Да, там больше переводов на сколько процентов, там все нам рассчитал. Да а где духовное обращение? Они-то духовную тут пищу получали от духовных наставников своих. По-настоящему, все до конца, до копейки. Даже батюшка нас останавливает, но он как бы останавливает так, ну, чтобы не переходили грань. Но однако мы говорим обо всем. А там это они вообще никогда не услышат в жизни. Вот о чем нужно было говорить-то. И... вообще можно было просто рассказать, что они ушли, все, они ушли, как многие ушли, не покаявшись, они все тут знали до конца. Андрей, понятно, он был под епитимьей, постоянно с ним проводили беседы, я с ним проводил 3 беседы. Он не признал себя пьющим. Семья разрушается, за детьми не ухаживает, все, лжеучителя настоящие подвергли их всех обработке, все, теперь они там будут. А там не скажут ничего, там... кто он такой? Зачем он? Ну, пришел и хорошо, не пришел, ну и ладно. Они там и 9 человек их, ну будет 8, даже 7. Они им попереводят, ничего страшного. Здесь с людьми работали для того, чтобы они в Царство Небесное души свои вели, наставники.
до конца, чтобы никакой лжи не было ни в одном, как говорится, члене тела, ни в одной молекуле твоей. Вопрос, Игнатий, к вам. Видите, у нас висит градусник, я смотрю на него, градусник нуль. Здесь выше плюс, а ниже минус. Да. И вот тот же Андрей, он на уровне нуля не стоял, он все время ниже. Постоянно мать его жаловалась мне, почему никаких мер не принимаете? Он опять нажрался, его принесли полумертвым, деньги пропил, пьяные люди тут приходят, курят, дома пьют. Девчонки маленькие были, куда девчонок делать? Ну так, нет. Ну это непрерывно. Приходит Настя, это говорит. Мы думали к ним поехать где-то, они под каким видом, что мы не доехали, вернулись. Его там дома нет, Настя на работе, и мы ехали с Андреем, и доехали уже до лидера, и вернулись назад. Он все время соглашенными выходил. А там он сразу в дамки. Да. Никакой эпитемии нету. Это же обольстители. Льстецы, лицемеры. Как же так, когда человек на ногах не стоит, каждую неделю в дребезину напивается, в стельку. Он сапожник. Если бы я был печник, то в дымину напивался. Ну и что? Все, сразу. Уже теперь он не выходит соглашенными. Догадываться-то не надо, на чем играют-то. Каноны не работают. Это что означает? Это означает смерть пронзила двоих. Иоанн Златоуст говорит, без этипии, кто допускает священник, губит и того, кого причащают, и того, кто разрешил. Две смерти. Ой, хорошо, все так же, как у нас. Одинаково. Там, где жизнь царствует. Руки, говорит, простер, говорит, поплыл. Столько, говорит, Господь дает, как у пророка Иезекииля. Или ничего нет. Вот они побыли и ушли. Я еще в самом начале говорил. Они не получают там по богослужению даже половины того, что у нас получали. Передать. Вот Игорь один раз ходил и все. Да нет, это она машет руками меньше. Игорь-то не знает даже, что она машет. У него не хватает макушка. Но. Я специально учился вот это разговаривать у Андрея. Потом приходила мне уроки света, клюй давала. И у меня большой диск, и там написано все по ним. Потом понял, у меня времени совершенно не остается. Это грамота. А слова, которые в Священном Писании передать, их вообще не знает никто. А на каждый жест, это бывает предложение без падежей. Они не знают, ко мне или от меня. Она должна второй жест сделать сюда или отправить. Показать что-то. Ну, язык-то ворочается быстрее, чем две руки. Конечно. Она не может это передать. И ныне и присно она не может сказать. Вот родился, да, родился, родиться может это, или рожден был, а она не знает передать. У нее вот одно только показала, и все, вот оно, вышло, и все, это жест такой. Корова дала молоко. Корова дала молоко, я показал, что, сразу показал, вот все. Одно движение, дала молоко она или не дала, или мало, теперь я второй жест должен делать-то. Дала мало, он тоже не понимает. Я говорю, у нее мастить, нет такого слова. Ни один из них не передаст, оно есть где-то там. Даже которые по радио, это, по телевидению передают. Они получили тоже, а у нас все перепечатано. Все. Крупно, дословно. И рядом смотрят, показывают, еще и руками. Они получили, ну что смеяться-то? Тут. Причащают подряд. Она исповедовалась. Прекрасно, она исповедовалась. Вы знаете, что такое исповедь? Исповедь – это вторая яма. Приходят, я прихожу к настоятелю, отец Николай Войтович, и он говорит, я ездил в больницу, отца Семена причастил. Такой толстый был, толстый, 156 килограмм весу, при росте 165. Да. Вообразить это даже невозможно. И он в больнице лежит. Я говорю, и он покаялся? Да, покаялся, исповедовал. Я говорю, а он исповедовался вот в этом, что он не учил людей. А как он исповедует, когда он сам такой? Нет. А теперь, за что его мать била, говорит, скалкой и коромыслом по голове? Я больше знаю, чем вы знаете. Я с ним встречался, был у него, помогал ему, делал. Это грех плотской, а это духовный грех. Духовный. Подряд всех допускали до причастия. И то, что ты властям все доказывал, ты в этом покаялся? Нет. Да какое же это покаяние-то? Покаяние – это когда у тебя пробужденная совесть. Вот тогда у тебя покаяние будет. Мне не надо диктовать, что каяться-то. Оно внутри, все. Еще до исповеди я уже десятки раз перед Богом распростирался и просил. А теперь только ведение и неведение.
Священника осквернять уши даже не надо. Я отстал, его даже уже нету. И они, говорят, получили тоже. А такое получили там. А почему они там крещение не получили? А здесь? Да они крестить не будут. Мочено, теперь пишут крапленое. Слово кропить, а они пишут крапленое. Крапленые карты бывают. Точно. Крапленое, ну, шулеры, обманщики. А говорят, такие, а у нас, говорит, называют сбрызнутые. Еще раз, брызгалка. Кистью бахнул, на кого капля попала, все одевшие, крещеные все. Вышел священник вот так вот и Петрохилю махнул над людьми. Все общее исповедь, и ушел. Каждый подходит и исповеди нету. Нету ей исповеди. Я спрашиваю прям подряд. Это одно и то же. У нас и у вас одинаково. У нас там Виталий Устинов есть. Вот сегодня Илюша был его сын. И вот он венчается, и над ними венки-то так держат. Венки-то на голову венцы не надевают. Он-то почему на нас не надевали? Ты должен заранее спросить, когда пошел. Ты кому? Это система лжи. Это непрерывная, всегдашняя, стопроцентная. Они никогда не задумываются, что за этим последует. Да, сегодня ты как будто так. И все это обманным путем стараются. Ко мне ничего нет. Я открываю, я говорю, почему не венчают? Как не венчают? Ну не венчают, венцы там на голове не было. Стоп, венчать как? Увенчали, надели венец. Бракосочетание есть, а венчания нет. Гляжу, задумался маленько. А пупелы, а попелы такие прямо совершенно не думают. Ну, один раз проскреби себя по хребту, как Солженицын говорит, и ты увидишь, что у тебя под ногтями набьется-то. Это застарелая рана. Исповеди нету совершенно. И питьемья ни одна не работает. Совершенно не работает. Мне пишет хороший человек, ну это Максим Степаненко, он крещение принимал. Он говорит, благодаря этому блядству, говорит, мы с вами познакомились. Когда он слово блядь я написал, и на него как поперли эти, которые стоят в церкви, они на Б все стоят. И там администрация, и женщины, и женщин защиты матерей. На него и архиерею там Ростислав сразу его раз и убрал. Да слово-то литературное. Оно во всех словарях церковных стоит. Аминь. Оно в богослужебных книгах есть. Аминь. Понятно, как вот все это. И он на поводу архиерей пошел. Я называю имена Томской епархии. Он-то 15 лет на этой работе был. Его убрали, поставили другого. А тот-то другой-то он, ну, рядом с ним не стоял даже. Совершенно. И как вы, выхода нет, нет никакого, только слезы и молитва. Ну ты не пойдешь к ИГИЛу просить, чтобы защитили тебя. Можно еще спросить? Вот сейчас брат при отходе, мы тут с Игорем Третьяковым разговаривали, он сказал, говорит, ты, говорит, просто до конца, говорит, не понимаешь, я сейчас, говорит, близок к Московской Патриархии. И, говорит, она стала добрее намного, Московская Патриархия лучше стала. Я говорю, чем лучше там стало? Там столько много молодежи, и вот молодежь, она хочет, ну, знать Слово Божье. Я говорю, ну и что? Что он хочет знать Слово Божие. Ну и вот поэтому, раз молодежь пошла, то вот значит и что-то в церкви изменилось к лучшему. Но что-то он не сказал. Как вы думаете, с какой стороны может измениться к лучшему сразу в церкви? Чтобы заметили все. Молодежь, они старики, они... Игнатий слово лучше в их понимании или в действительности? В действительности нуль. Отрицательное даже, ниже нулевой отметки. А положительно то, что чаще исповедуйте, чаще причащайте. Все. Они это добились. Ничего не надо делать совершенно. Из греха идет, из блуда, ночного блуда. Приходит рот только разинь, все, грехи прощенные. Да это явно, что что-то не то. Это многие больные немало умирают. Больные, все больницы больные, и кладбище, вот что они делают. Это киллеры духовные. И он мне пишет это где-то на одной неделе, два раза может исповедоваться и два раза впасть будет. Трещине. Это по скайпу говорю с ним. И он говорит, как будто вы семечки щелкают. Так ты понимаешь, мне что-то за грех. И когда он повторный. Вот сейчас опять пишут, мне один говорит, а вы знаете, там Харин фамилия, кажется. Днепропетровск, там Карелофина, какой-то Днепр, что-то тоже такое. Петрозаводск. А...
Священник пьяный гонит, ну, задавил там прихожанку, кого. И все это снимает. И видно, как машина несется, а там, где разворот, как огромная клумба едут. Так он ее ударил, она куда улетела, а он пролетел это, но машин не было. Он между машинами и на эту, ну, вокруг чего крутится, на эту клумбу-то залетел туда. Ну, вышел, пьяная рожа стоит. Все снято. Так это не один. Другие рабочие работают, у них там стоит треугольник или что там. Они работают где-то... Проводят эту. Они как, он пьяный как дал, все разлетело, два трупа сразу, и дальше служит. Ну какой это авторитет-то? Волки на колесах. И дальше уже ролик стоит, и уже неверующие, совершенно неверующие. Это гундяй все таких привещает, и дальше... Это путинское. Какое отношение Путин-то к нему? Что он его запутал, что ли? Им лишь бы это взять. Это повод-то какой дали для злословия, это и президента, и патриарха. Правило гласит так, он нечаянно задавил, он нечаянно. Сдавал назад, а ребенок играл. Все, сан снятый, сан снятый. Поэтому священник, как только руку положим, обратно машину с храма, чтобы жена вела, больше за руль не садился. Он уязвимый. Нечаянно даже тебя занесло, но суд-то определит, что ты именно от тебя там не справился там с управлением, лед был. Церковь не делает никаких различий. Ты убийца, невольный, невольный. Сан снимается. Как должны беречь священство? Не давать им за руль садиться. И тут показывает, да, видеосъемка-то идет, как он летит, как он ее дал, куда она полетела, и все. Человека нету. Но вот первый раз, я считаю, и епархия сказала, он сейчас не служит, пока идет следствие. А в том месте, когда другой говорят, вот священник задавил, там видеосъемка шла, все. До суда дело доходит, видеосъемки нигде нету. Вещественные доказательства все из дела исчезли. Это что означает? Ну, это явно, что мафия. Мафия. Подлог. Церковная мафия. Все это не может быть, чтобы архиерей не знал. А если это есть, значит, принимать соответствующие меры. Как он оказался такой пьяный? И вот показывают его, ведут, и он там видит, а другой Чаплин такой, слышали? Да мне это православие-то, Андрей Кураев все пишет. Вот и все. Он совершенно неверующий. Матерками, в алтаре. Еще нам спрашивать, а неужели это может быть? У меня как-то переписка была с архиереем, а диакон Сергей Бурдин говорит, ваше счастье, что Игнатий в алтаре не бывает. Он пишет только о том, что за алтарем, что в алтаре-то вы делаете. На хорах, говорит, там два ведра окурков только вынесли. Антиминс переблеванный. Выпивает женщина, сидит на престоле. И не где-то в Алтайском крае. Игнатий, давайте продолжим. Я не говорю об этом. Каким тоном разговаривать? От с этого начала. Да, да, да. Я как этого раз спросили, я ответил. Да, каким? До этого я говорил сам. Я хочу изменить голос, по-другому говорить, не поминать. Но это сегодня, вот сегодня. Вот, вот два дня, как он задавил. Еще, может, женщину не похоронили. Пьяный за рулем поп. Давайте не будем говорить. Можно не говорить, но это интернет наполнен этим. А что делать-то? Ну, и вышестоящие должны что-то делать. Это. Я как могу? Петрозаводск, это в другом месте. Считай. Интонацию нельзя изменить, пока обстановка не изменится. Аминь. Тогда я буду говорить по-другому. Аминь. 21 стих. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Толкованием. После того, как уже достаточно смягчил их и привлек к себе, он снова вступает в препирательство, указывая на то, что и сам закон не желает, чтобы его соблюдали. «Отвечайте, — говорит мне, — прекрасно также сказал, — желающие, потому что такое положение зависело не от требования вещей, но от неуместной их страсти к спорам». А законом он называет книгу Бытия, так как у него в обычае весь Ветхий Завет называть законом. Что дальше? Можно. Можно. Это получается, тут разговор идет такой, что пришли же учителя и опять обращают их к Ветхому. К Ветхому, а к нового закона Иисуса Христа. То есть заповеди блаженства, они не поняли, что ли, не осознали, что они выше,
что где-то водитель ко Христу. Но ясно, что апостол Павел говорит, значит, он им это тоже разъяснил, все показал, какой был Ветхий Завет. И действительно, Ветхий и Новый Завет, они схожи, если начать. Недаром Господь начал говорить, что «а я говорю вам». То есть тут на Христа указание сразу идет. Никто так из пророков не говорил. Он как власть имеющий говорит, как силу имеющий. И сразу все по-другому сияет. Если здесь там не убей, тут уже даже не гневайся, не произноси там даже обидного слова и так далее. То есть вот немножко непонятно, то ли он им недообъяснил, хотя он сказал, я вам все разъяснил. То ли такие хорошие были уже учителя, что хотелось, то ли чего-то Дух Святой в малом количестве к ним пришел. Непонятно вот это. В чем дело-то? В общем, я уже сказал слова Христа «а я». Я говорю, вообще о них не задумываться. Слово «а я» это означает противоположное. У нас как ребенка надо одевать тепло. Ну там шерстяные носочки, ему рукавички там на день закутываем, ну чтобы глаза были как у хашитки только. Глаза одни, чтобы они не мерзли. А я говорю вам, в Германии говорят, а я говорю вам, закаляйте их. Обтирайте холодной водой, полотенцем. И меньше надевайте на них. И они никогда не будут кашлять и будут сопливить. А я говорю вам. Я говорю, мсти врагам, убивай их. А я говорю вам, люби врагов. На это внимание не обращают. А я это абсолютно противоположно. Говорят, спать надо 8 часов. А я говорю вам, меньше надо спать. То есть, видите, как а я, то есть я наоборот говорю. И вот Христос, где говорит а я, тут не надо доказывать, не надо толковать. Все сказано. Тебе замечание. Гитару у нас в книжке не ложить. Ее шевелят, а с обратной стороны, где же чуть-чуть только царапина, а мне книги эти продавать. А там железные стенки. Да, ну, железные. Никак. Да вообще зачем? Сверху еще не ложить. Ну вот ответ. И когда он разговаривает с ними, что они любители были спорить. Ну вот как спорить? Вот вчера вечером, ночью уже, на меня вышел этот человек из Израиля. Вживую мы сидим, говорим. Но они просятся в контакт, и я сразу вопрос. Зачем? Он говорит, у меня такие вопросы по Израилю. И вот интересно. Самые хамовитые, которые вот я встречаю сейчас, это окружение отца Даниила Сысоева. Просто хамье отверженное. Какие чаще прищайте, счастье это. Как будто бы ну, совершенно они не здесь находят, прям сцепляются. А он разговаривает и сразу написал, я спорить не буду с вами, потому что я к вам пришел, а не вы ко мне. Он еще не начал беседовать, уже вызывает к себе уважение. И далее, и говорит, неужели Израиль, Господь-то, вот, мы же израильтяне, вот нам было. А я открываю, Павел говорит, навсегда ли отверг? Нет, не навсегда. Еще дальше. Ну давай, отвержен нет, пришел к погибшим овцам Израиля. Погибшие или не погибшие? А погибший это скотомогильник. Так, где-нибудь сказано, до какого века было синагогальное служение? Да никогда его и не было. У церкви сразу свой устав был поставлен, это синагогальный. Когда он в синагогу приходил и все, а им это, я говорю, где найдете? Нигде нет. Говорят, до третьего века здорово живешь. До третьего века сидели вы в синагоге. Да ежедневно собирались по домам, то вы это считайте. По домам. И главное там, я в прошлый раз говорил, у нас литургия в 330 раз длиннее, чем Христова литургия. Ровно в 333 раза. Но это потом все это украшалось. Что и забыли, еще строим. Одна пристройка заняла весь двор. А еще строили храм-то, он там внизу уже. И вот все, когда это понимаешь, и тебе уже не надо никого судить, только и я в этом нахожусь. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я стал говорить, каждый день причащаетесь вы. Ну а как правило-то высчитывать? Вот мы сегодня, я заметил, что, во-первых, перед причастием молитвы там, которые в молитвословии надо высчитать, ну перед причастием надо. Мне повезло сегодня, Никита считал, он неплохо считает, по-славянски-то. Повезло. Да, да, говорю, считаю, мы двое. Считай дальше, канон Богородицы надо просчитать? Mm-hmm. Они не считают вообще. А кто это установил, каким каноном-то? Это вообще, я говорю, ну канон ангелу-хранителю надо перед причастием прочитать, а зачем его считать? Там написано. Я говорю, а покаянный канон? Ничего не надо, рот только разинь. Да какая же это вера-то? Они же делаются бесноватые сразу.
Я говорю, почему не говорите из жития Макария Александрийского? Когда люди причащаются, а рот разевают, люди-то видят, батюшка подает, а он видит другое, стоят эфиопы черные. Кто это такие? Пояснять нет? И в рот людям уголь толкают. Кто это? Кто в храме во время литургии и причащает кто-то, эфиоп черный, с копытами, с рогами? Кто это? Черт. Черт рогатый. И одному только видно, почему в церкви это не считают? Никогда не будут считать. Они будут Марию Египетскую долбать. Прочитайте. 17 января житие святого Макария Александрийского. Это большое житие. Он был очень любознательный. Ему Бог это открывал. Никто нигде не видит. Вот хоронят со святыми упокой. Священники идут, кадила, дым. А как вот? У Коршунова мать умерла. И в газетах «Алтайской правде» пишут. И отпевал епископ Антоний там. Это что? Для чего пишут-то? Ну, для вящей славы. Это значит что-то более значимое, нежели батюшка. А верующая ли она была? Ни одного слова нету. А здесь как? Люди плачут. Святые кладут. Катафалк идет. А он в это время идет и видит Андрея Юродьева. Открылось перед ним другое зрелище. Идет эфиоп черный. Вокруг его эти клевреты, демоны, ну, бесы. И сыплют пеплом, кропят вонючей туалетной водой. Да. А сатана глядит на попов и говорит, да будьте вы прокляты! Кому вы отпеваете Царство Небесное? Человеку повинному во всех грехах и нераскаянному. Прокурор края умер. Взяточник, оборотень. И это жития святых. Дмитрий Ростовский, так он-то написал сотую часть того, что видели. Аминь. Иначе оно все житие из этого будет видеть. У Бога всегда были праведники, которые видели духовными очами то, что есть. Я ссылаюсь, какого числа, ну хочешь, проверь, посмотри. Почему? Я говорю только об этом, почему от народа это скрывают? Серафим, Серафим, Серафим. И Серафимова раздули житие 61 страница. 61, самое большое, на 1173 жития. 61 страница, считать, это роман целый. А если так брать, то что Прохор был, залез на колокольню, упал, проходил крестный ход через двор, исцелел. Ну а дальше стал строить Иордания, и все это, игра детская там. Вот это у меня Иерусалим, там горка у него, вот это у меня будет весной ручей Иордан. Да Бог разве заповедовал, чтобы мы здесь цирк ставили-то? У нас он, Дыбунов-то он лучше поставит спектакль. Напишет и в ролях покажет. С Мариной только. С Мариной только, да. А у него, у Серафима-то не было. Ну почему прямо не сказать? Не евангельскую жизнь жил. Ой, главное не проповедовать. Главное, стяжи дух мирный и спасутся тысячи. Где ты взял? Дух мирный и спасутся тысячи. Павел был мирный, нет? Конечно. Давид говорит, я мирен. Я мирен, запятая. Только заговорю, а они к войне. Что есть? Заговорю, что обличать, наставлять, искоренять, и тогда только строить. Ну, дня по Евангелию-то прямо-то не было. Ты скажешь, 61, одна страница. Считаю вместе житие Павла и Петра, в одном житие совместили. В одном 17 страниц. Да про Павла-то 14 посланий, да приведи их туда в житие-то. Что тут непонятно? А как их пишут? А как Матронина житие писали? Мне пришлось разговаривать с людьми, которые участники этого дела. И когда было представлено, там ее там, знакомые какие-то, ученики или кто они там были, ухаживали. И говорят, она очень сильно обличала священников. А которые в этой синодальной комиссии так канонизируют, они говорят, ой, это не пойдет. Как так, авторитет батюшек. Раз, вычеркнули. Из биографии нельзя ничего вычеркивать у святого. Вычеркивать-то. Почему я Библию полюбил? Я считаю, Давид. Какой он шикарный, муж, какой брани, все. И жен у него хватает. Ну вот вышел во время битвы-то, с крыши-то посмотрел, женщина идет, наклонился и кубыркнулся, и хлопнулся. Все написано. И что дальше было? И Версавия-то никуда не свернула. Точно пришла, да еще и осталась. А дальше-то грех растет, и ничем не прикроешь, никакими резиновыми платьями. Грех растет, что? Дальше второй грех, мужа убить. Зачем эта Библия это все написала? А сегодня станешь говорить о патриархии, только не говорите. Да не о патриархии говорим, это и в зарубежной церкви, и у старообрядцев. Этот грех везде свирепствует. Слово патриархия, прошу, не произносить, и так понятно. Не надо.
Они цепляются за это. Мы должны видеть это и говорить. Горе, если пастырь не заботится, как должно, со всей строгостью. Так, а если я, говорит, буду так делать по канонам, мне на меня нападает там обличитель, тогда в церкви никого не будет, а чем я питаться буду? Так ты так и говори сразу. Я питаюсь грехами народа. Чем больше грешат, тем больше жертвуют. Вчера мне один пишет, тоже там издалека. Я инвалид. Вот, и решил исповедоваться, как говорят, собороваться. А священник сказал, 470 рублей, свечу, там еще что-то, но у меня денег-то совсем нет, что же мне делать-то теперь? А зачем ты ко мне-то идешь? Я всех отсылаю к священнику, он говорит, а вы мне посылаете, он меня обдирает, мне есть нечего. Я хочу, что это, разве это секрет? Ты почитай послание патриарха Алексея II. Что страшно сказать, требует мзды за крещение, за бракосочетание. И дальше это настоящая симония. А симония – это смертный грех. Симон – волк. Вот кому приравнивается. И это все напечатанное. Я на днях только начитывал. Давал. Журнал «Москва». Можем и не говорить об этом. Ну не говори, значит, явно дело, ИГИЛ идет не зря. Вы поняли, что сегодня-то, почему я к себе применил-то? Какие там четыре слова? Мегил. Ну, кто знает? Хазбаш. Вот четыре буквы сегодня они высветились. Почему? Он об этом говорил, говоря, что спешит погибель, ускоряет. Я посмотрел, у меня в фамилии имя, именно это и есть. Спешит грабеж. Идет ИГИЛ. Он уже рядом. Главное, говорят, президенты стран очень сильных, Франции, Германии, нам, говорит, не справиться. Битва, которую затеял Путин, она продлится не менее 10 лет. Да дай Бог еще. Это невозможно. Полчища растут, как вот бывает, когда заплесневает где-то что-то, опара, которая поднимается, вот так вот. Почему? Наступил момент. И ничем нельзя остановить. Психологи работают. Но чего Карула и Варваре-то не хватало? Отлично, МГУ, все такое-то. Третий раз на границе ловят. А тот, который сидит и пишет, а у него таких 15, он с одной в одно время встречается, они приезжают, они его там найти не могут. Это другой человек. Замануть туда, а там ты женой другого будешь, боевого командира. Ты бы здесь на него не взглянул, а там деваться уже некуда, назад уже ходу нету. Бегут малые дети со школы. Главное, самая такая нейтральная страна Австралия. И вот большой подрыв в Ираке был. Австралийский мальчик сбежал, ему-то 16 что ли лет. Мгновенно все, хочу умереть. Начинили полный грузовик взрывчатки, его направили. Он взорвал себя и показывает, как взрыв идет. У него два брата моложе. Не могут удержать, рвутся туда умереть за него. Так же, как он. Это выступает премьер-министр, там, министр вооруженных дел Австралии. Это совершенно нейтральная страна. И ничего не можем сделать. Народ как бешеный делается. Хочу на стороне ИГИЛа быть и умереть. Это нельзя. Какое тут зомбирование-то? Придумай это слово. Момент наступил. А как объяснить? Выступает там Жириновский. Вот они туда едут. Это наши красивые девушки. Они там мамлюков, шахидов теперь рождают. Ну и ты чё? Ты думаешь, что у нас 18 миллионов женщин больше, чем мужчин? 18 миллионов сегодня готовы выйти за кого угодно, жибо родить, чтобы быть под защитой. Миллионов! А дальше-то нету, не рожают. У нас где-то там до 18 лет, у них, говорят, до 60% ребятишки только маленькие. А здесь 12%. И кого брать? Поцарствовали? Хватит, теперь другие будут. Ничего нельзя сделать, ничего. А вот теперь смотри Галатам. Ты не просто Писание запоминай. Ну, Писание здорово запоминает. Вот мне сейчас одна пишет, мои книги послали в Америку. Я, говорит, дома сижу, муж работает, денег-то маловато. 5 ребятишек, старшему 9. Сейчас заучили послание к Филиппийцам, наизусть, чтобы все дети знали. Теперь какие псалмы? Наизусть. И дети это знают. Она русская, она учит их. Учите детей. А у них только одна, Аллах Акбар. А люди-то не знают и кричат, что там? Вот горел амбар или еще? Швах амбар, крах амбар. И вот долго, только Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. У них, как у нас в Господе Иисусе, но они выше нас стоят. Мы только просим Аллах Акбар, то есть наш Бог самый величественный, он как бы славословит. Он на третьей ступеньке стоит.
Их даже с нами сравнивать нельзя. И вот там летят вертолеты русские, там, говорит, сделали ад. Так новое все оружие, негде испытывать, а сейчас испытывает полигон. Все горит и плавится. Одновременно накрывают 14 гектаров. Выжженная дотла земля. А они издалека смотрят, снимают Аллах Акбар, Аллах Акбар. Его бьют, убивают, Аллах Акбар. Кучей лежат, грудами лежат, их убивают. И последние слова Аллах Акбар. Русские, когда стукнутся, они везде только слышат, мать-перемать. Вот аварии, когда показывают на дорогах, вот когда стукнутся, посмотри. Одни матерки летят, еще не было ни разу Господи Иисусе. Да нам, до них. Далеко-далеко. И поэтому надо успокоиться, согласиться со всем, потому что рядом спешит грабеж. Ускоряет добыча. Да. Добыча — это все, что у нас есть. Принадлежит им. Ты уже сегодня от лишнего избавляешься. А когда отнимут, это уже не милости. С особенным удовольствием мы им все льды отдадим и снега наши. Пускай захлебнутся. Ну, вам понятно, если это, маленько проникнитесь. Нас вытряхнут из этих домов, если мы ничего не поняли. Война уже у дверей стучится. Я когда услышал, не поверил. В одном Татарстане 75 тысяч из-за рубежа, которые мусульмане приехали. На время приехали, которые. И они в любой день под оружие станут. И вот это Путин там был, освещали, какая она называлась, соборная мечеть. И там приезжал Каргаган, этот самый Тарпаган-то приезжал. Вот были с Путиным, целовались, все. А сейчас злейшие враги, а вот только было. И показывают мечеть в Москве. Она больше, намного больше, чем храм Христа Спасителя. Там десятки тысяч людей сразу заходят. И вот только выходят, и все это снимают. А тут же стоят, и рядом за ИГИЛ, это надо, это Россия всегда нас угнетала. И стоит, который имам их, и как священник, то он говорит, а мы ничего не можем сделать. Я их учу одному, они выходят, другое говорят. И все это заснято. Вот что интересно, все снимается абсолютно. Вот один бежит, снимает, его убило, и этот ролик выставляют, снявший собственную смерть. А у нас боятся... Ой, убери. Тогда кубайки нас отрастили, прям умирали. И тут, когда заснято все, уже двоеточие нельзя где ставить. Путин выступает, лично говорит где-то. Он где-то там на совещании, на каком-то. Там охранники стоят в дверях, тут эти президенты, тут Ангела Меркель, все такое. И вдруг врываются девки, бэк, видать, какие-то. И написано, да пошел ты на, три буквы-то, все это написано. Их к Путину кинулись, но охранники одну повалили другую. А я решил... Дергать и смотреть, как Путин постепенно. Раз кадрик дернется, он уже закрыт одним охранником, вторым, третьим, а он пониже ростом, его почти не видно. То есть, ну, охрана, если бы они стреляли, они бы убили его уже, все. Они прорвались через эту первую там в дверях, которая... Ну, их повалили, он падает через себя, девку крутанул, вдвоем уже их там много стоит-то. А он стоит опять как-то еще убивал, он очень смелый. Так он дзюдоист. Ну, дзюдоист и из органов КГБ, он не Брежнев. Нет. Я просто о нем отдельно молюсь сейчас, чтобы Бог не допустил покушения на него на таком переломном моменте. Он отвечает за себя, и ему нужна поддержка. Если так вот по-мирски взять, он делает святое дело. Он спасает Россию. Но я не могу этого сказать, потому что я христианин. И главное, те, которые против него воевали, все уже президенты, все понимают, да, России дал Бог такого. Вчера говорит, и еврей со мной, и говорит, у нас тут сколько людей, которые говорят, да, нашего премьера-то заменили бы Путиным-то, хотя бы на полгода он бы навел тут порядок в Израиле. У него рейтинг очень высокий. У него высчитан. Я, вспомните, если помните, я всегда говорил, в самом начале у Путина очень хорошие советники. Вот Игорь сегодня сказал, ну, конечно, все не передашь. Я с первого дня про глухонемых говорил это. Никогда нельзя этого передать, все, что там написано. Это только надо считать. Вы маленько прислушивайтесь, когда говорят вам, а потом уже подтверждение придет. Вот главный вопрос, что делать? Молиться. Жить скромно. Бодрствовать. И мысленно, вот я написал, говорю, а если бы вот он, ИГИЛовец этот, бандит, разбойник, террорист, оказался здесь, а я пошел за малиной в Потеряевке-то, ну один-то, а он под кустами лежит, и автомат едва держит на меня, я бы поговорил с ним. Встал бы, говорю, я сейчас я тебе молиться буду, не убивай меня.
Я помолюсь, а потом бы я бы его маленько подальше перетащил, закрыл и пошел домой. Я сейчас приду, я на тебя звонить не буду. А он русский человек ты. Я так уже, я бы его кормил и поил и говорил о Христе. А если бы зима перетащил к себе, где-то на палатях спрятал бы, у меня 3 этажа, и ухаживал бы за ним, убиралась под него, и все время говорил, что дай слово мне, что ты воевать, убивать не будешь. А потом бы опять бы газель, опять бы людей под коробки его спрятал и отвез домой, передал бы жене. Так мне, да вы что, да это убийца. Ну убийца, все равно убийца, это убийца. А теперь он не убийца был бы. Не выдал бы никогда. Да вы не патриот. Патриот, я должен был в него зубами вцепиться. Ну, да. Зачем решать, какой я патриот? Я люблю Бога и знаю любить и врагов. У Елисея было так. Когда напали враги, он ослепил их всех. И войско идет, шагает, и думает, что идут, идут. А потом откроем глаза, Господи. А глаза-то открыли посреди страны. Ну, представь себе. В Самаре. Ну, посреди страны-то ему ни снаряды никто не подвезет. Ой, царь говорит, отец, побить их надо. Он говорит, а ты их побеждал? Ты накорми, напои. В Ветхом Завете это все. Посади на телеге, отвези их домой туда. И больше они никогда не воевали. Никогда. Вот пример. Не трупы, а живые вернулись. Они сколько там рассказывали. Ой, какие евреи хорошие, а? Не то, что мы головорезы. 8 глава. Молва-то пойдет. Но так нет. 8 глава, 4 царство где-то, да, это вы говорите? Да. Ну, где-то так. Но у нас Библия Святая говорит об этом. Накорми, напои их, перевяжи раны и отправь их домой. И дорогой еще ухаживали. Это Ветхий Завет, а мы в Новом Завете. Считай дальше. Вот какое расширенное толкование идет у нас. Ну, потому что есть о чем сейчас толковать уже. Да, есть. Господь открывает. Жизнью. А да, то же там, помните, то все. Жабы, то Сырит, какие-то... Все. Сырит 21 стих, а то говорили много. Так. Нет. Рассказали, повторили. Для забывчивых 21 стих. А для суперзабывчивых еще и 20. Ну, можно. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. 21. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? И 22. Ибо написано, Авраам имел 2 сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Толкование. Выше он сказал, что вы дети Авраама. Но так как не одинакового достоинства были сыновья патриарха, но один был от рабыни, а другой от свободной, то теперь он показывает, что вы не только дети, но и таковы, каков был свободный и благородный. Так облагородила нас вера. Я вопрос задам. У меня сложилась ситуация непростая сегодня, на сегодняшний день. Один человек ко мне относится хорошо, и я его боюсь потерять. И вот он сейчас говорит там хорошо, ну все, перебирает мою биографию. А в конце я, говорит, перехожу теперь на такую-то там 4-ю часть, все буду критиковать вас. А вы будете что комментировать? Мне комментировать нельзя. Я отвечаю. Он-то говорит с намерением, чтобы я сознался, чтобы я стал так, как он говорит. Я этого не могу. Я не могу угождать, да, даже ради дружбы. Что же делать-то? Я тогда другому, которого он знает, я говорю, перехвати инициативу. Мы не будем говорить, от кого вопросы, как будто от тебя. Но его вопросы, которыми он меня, вот позвоночник, это все оттуда идет. Вот. И теперь я буду отвечать, но как бы не ему, чтобы его-то не оттолкнуть-то. Я очень дорожу. Но я изменить голос не могу, у меня другой голос. Я отвечу по всем вопросам. Я маленький еще был, и от матери слышал такие слова моей матери Марии Егоровны. Ну, все скажут, вот, себя восхваляет. Еще восхвалять-то? Она говорит, еще не родился человек, который Игнатия завинит. Завинит, то есть поставит виновным и докажет ему, еще не родился. Это моя родная мать говорила. Это сколько лет вам было? Потому что у меня алиби, тройная защита всегда была. Она это знала и видела. Как я буду соглашаться не так? Соглашаться не так, я должен сейчас половину тома отрезать. А я-то писал это все в молитве. В другом месте что-то я не так сказал где-то, не то интонация. Интонация ловит меня. Ну, моя интонация, она моя, как Жириновский говорит. У меня, говорит, было достаточно, чтобы партию образовать и быть ее непрестанным лидером. Во главе стоит. Но это не отнимешь. Он один из самых умных, хотя многое... Говорит, это придворный шут. Я не могу соглашаться с обвинением, если оно
Ну, я поясняю, и видно тогда, когда я разъясню, да, как я и не знал. Ты дальше-то не знаешь, чем это вызвано было. Чем конкретно? Да как вы вот говорили, когда говорил, человек был в таком состоянии. А сейчас вот так говорите, обстановка изменилась, поэтому я приглашаю патриарха. А до этого вы говорили против. Он был не патриархом, когда я говорил, это первое, был митрополитом. А во-вторых, этим он не занимается, что есть, может быть, слова мои дошли. Он не торгует сейчас табаком, водкой. Как было не говорить, когда это подтверждено, Андрей Кураев, да, торговал, ну, надо было храмы строить. Ну, что лизоблюды-то, льстецы, лицемеры. А как же вы тогда говорили против него, а теперь приглашаете в Потеряевку. Я приглашаю не того, а этого, который сегодня есть. Ему было бы полезно. Да хоть какому. А дальше у меня ролик называется «Патриарха уже никогда не видать Потеряевки». Так за что вы Потеряевку считаете? Я сказал свое мнение, зачем ко мне под язык залазить? Угу. Я четко выразился. Другой раз в Алтай он не приедет. У него большая епархия, вся страна и мир. Угу. Вот за каждым шагом меня следят. Прям даже не шаг, а только намерение сделать. Уже 40 человек говорит, ты не туда ногу поставишь. Да еще неизвестно, куда поставлю. Только заметьте, что ногу поднимаю, уже критики со всех сторон. Вы не знаете. Что ж вы так живете-то на всю эту Ивановскую? А другие говорят, вот говорит, что нравится. Лапкин говорит, все показал, как кошек написано. И отпускаю пленников. На свободу. На свободу. И кошки вот тут. А потом полез на чердак, он говорит, от подвала до чердака. Все везде пока. У меня нет ничего скрытого. Во дворе что делаем? А почему показываете? Я люблю свои, люблю, то есть уважаю, лучше сказать, своих читателей, зрителей. И не стараюсь показать вот именно так. У меня есть ролики, которые не... Есть ролики поставить, но я не ставлю, потому что согласия на них не дали. Не дали. У меня все еще не стоит, что беседовали тогда с Леной Сокольской. 4 ролика. Когда беседовали всем собранием, когда ее родители здесь были, и все. Не время. Я уже и к Валере подходил, и объяснял, что это большая польза. Не знаю как. Ну, она еще не совершеннолетняя, но теперь она совершеннолетняя. Вот такие есть. Один из роликов. Бывает, кого-то заденешь. А там ничего и нет. Совершенно ничего нету. Нету. А так со страху, говорится, мороз под кожей. Понятно. Это моя мама так говорит, не по коже, а под кожей. 23 стих прочитайте, а то здесь опечатка попозже. Опечатка. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Толкование. Так как его слово... Так как его слова, что они сыны Авраама, казались невероятными, дети ли в самом деле Авраама те, которые не родились от него по плоти, то Павел говорит, что и Исаак, собственный сын Авраама, а не по плоти родился от него. Да и как это могло быть, когда естество омертвело? Но Слово Божие и обетование образовало его. А Измаил родился по естественному порядку. Именно это и означает выражение «по плоти». Но при всем том, рожденный по плоти, есть раб и чужд наследия, а рожденный не по плоти – господин и наследник. Что же препятствует и вам, хотя вы и не родились по плоти от Авраама, быть его сынами? Вы ведь через произнесение слов прикупели, получили новый образ бытия. Вот так вот их он увещевает. Ну, справедливо ли это? Оба от него родились, а одному все, а другому ничего. Любой скажет, что несправедливо. Но рассуждать не приходится. В русском законодательстве при царе точно так же было. Внебрачный сын, он ничего не получает. Только по желанию его. Не подписать ему имение нельзя, не дворянское звание давать. А кто? Лучший друг Пушкина Василий Жуковский. Он внебрачный сын был там от какой-то. Ну, от кого он произошел-то? Видимо, он учил его хорошо везде. Он до царского престола, считай, рядом был. И таких внебрачных среди поэтов только ни один и ни два. Я вот в 26-м томе это все показываю. Ну, а так, по-человечески-то, а почему? Ну,
Ну почему? Почему Иван Федорович должен обладать всем, быть там кандидатом наук, а у Смердякова ничего нету? Почему? От одного же они произошли, от Карамазова-старшего. Ну, с Яковом также идет вопрос. И потом спорить не надо. Да. Вот сказано так, что раб не получает, и все на этом. Он только дал ему, что с собой унесет. Ну, смязку, урюку там насыпал ей, когда толкнул из дома. Авраам-то, Агарь-то. Да. Дал сосуд какой-то. А до этого прямо все, умирай, наследника надо. И она на все согласилась, и рожать будет. А Сара подол расстелит свой, ноги пошире. И прямо родит куда надо, и тогда будет думать, будто бы, и она будет кормить. А груди-то сухие, чем она будет кормить-то? Ведь она должна была родить на колени ей, чтобы все говорили, Сара родила. Ну не играли это. Ты роди, помучайся сначала. Мучилась-то Агарь. Да и не только плотью мучилась, надо полагать. И когда ее отправил, то смотри, как она была, как умирала там отрока. Но Бог взял попечение себе. Я Адама не осудил, говорит, что говорит жена, то делай. Обычно жена не должна даже слово сказать. А здесь Бог переменил, говорит, что скажет жена, то и сделай. Нет. Почему? Потому что речь шла о будущем потомстве. Вот так. Все так просто это, когда ты в Библии веришь. Когда ты не спрашиваешь, а почему? Никаких почему. Мы вчера с батюшкой еще раз посмотрели Воланда тот момент, когда они сидят там, это Галкин-то играет это. Да, Воланд. Да, Воланд-то сидит, ты говоришь. Мастер и Маргарита, да, начало там. Да, где-то, кино показывает. Да, да, вот. Доказательства. Никаких доказательств о Христе, был или не был Христос. И он сразу колоннада, шаркающий походкой кавалериста. Подбитый красным подвоем плащом, Пилат 14-го Ниссана появился перед толпой и показывает. А Пилата играет Михаил Ульянов, можно вообразить. Изменился сильно он там, конечно. Но даже не подумаешь. Это уже не Ленина он там играет. Да. Ну вот какое дело. Кто-то же должен это обдумать, если сам себе человек управился с самим собой. Ну хоть на малый срок надо подумать, хотя бы лет на 1000. Тут сразу... И он определяет, вот этот человек живет, думает, и вдруг саркома легких от отрядом-то, а у него как раз эта болезнь. И начинает к врачам, к гадалкам, и знает родные и близкие, что ничего не поможет. И наконец оказывается в деревянном ящике, неподвижный, и знает, что от него никакого толку нет, его сжигают в печи. Неужели вы сказали, что он сам собой управился? Так человек-то смертен. Так вот страшно то, что он смертен внезапно. Внезапно. Да, аминь, аминь, да. Ой-ой-ой. Ну этот играет, он это Воланда, чудо. Да какие рассуждения самые нужные для нас сейчас? Ладно, давай. Да-да. 24 стих. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Толкование. То есть история сия не только повествует об этом, но оказывает и на нечто другое. Поэтому и называется аллегорией. То было образом настоящего. 25 стих. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии. И соответствует нынешнему Иерусалиму. Тройной переклад какой. Потому что он с детьми своими в рабстве. То есть ИГИЛ никогда не будет во главе мира, они в рабстве. Они от Измаила. Никогда. Мусульмане никогда не будут владеть всем миром. Владеть будет потомство Авраама. Машиах придет. Толкование. Это два завета. Какие же? Две жены эти представляют аллегорически новый и ветхий заветы. Каким образом? Агарь – ветхий завет, ибо закон и дан был с горы Синай. Я вам дарю ее. А Синай находится в Аравии, на арабском языке означает Агарь. Соответствует же Иерусалиму. То есть находится в соседстве, соприкасается или уподобляется Дольнему Иерусалиму, сравнивается с ним, переносится на оный, так как есть сходство между обоими. Как Агарь была рабой и рождала в рабство,
так и закон, данный с горы Синайской, которая называется Агарь, и вот подобляется Иерусалиму, рождает в рабство тех, которые держатся его. Ибо в законе много несвободного и рабского, потому что и добродетель основывалась на тленной награде, на земных, говорю, благах, и удаление от зла внушалось наказаниями и страхом. А вот давайте так проиграем мысленно. Я на этой неделе пишу письмо заказное главнокомандующему вооруженными космическими силами России Владимиру Владимировичу Путину. И прошу разрешить мне и помочь переправиться в ИГИЛ. Заняться духовной работой, ну, чтобы они не делали то, что делают. Что он ответит? Ну, в первую очередь, ничего не ответит. Да нет, не может быть. Второе скажет, кто там? А, спятил с ума старик. С ума спятил, я соглашусь. А что, старик не соглашусь? Потому что, говорит, сошел с ума. С какого ума? Со своего ума. На ум Христов встал. А может быть, никакой команды не надо. Ну, а разрешили бы. Ну, а что, дальше. Бывает так? Взял бы, да разрешил. Ну, я не знаю, как, но вполне возможно, какой-то ответ будет. Но он должен с вашей деятельностью сперва познакомиться. Да, 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 однозначно. Сейчас с деятельностью вашей должен познакомиться. Конечно. Это легко. Конечно. Сейчас интернет за... просто Игнатий набери, и там уже вы будете сразу. Даже не надо фамилия, имя. Даже имя, да, и все. Он уже все. Сейчас легко вообще людям говорить. Говоришь просто Игнатий набери. Тем более, да. У меня ролики, я везде положительно отзываюсь о мусульманах. И о Путине. И о Путине. Вот. Ни одного отрицательного слова нет. Согласен. Вот тут брат говорит, а он, говорит, уже все знает о вас. А я что-то сначала не поверил, а тут на днях случай был. Совершенно незнакомый мне человек подходит ко мне, вы, говорит, Сергей Павлович Пупков, Игнатий Лапкин. Я такой, да. А я вас знаю, я вас в интернете видел, я постоянно за вами наблюдаю уже много лет. Много лет, представьте. Ну и все. И таких людей много. Да. Вот сегодня ко мне за ночь сколько новые зашли люди. У меня жизнь такая поганая просто. Я не знаю, что делать. И вот, наконец, натолкнулся на ваш ролик. Как у меня сразу все изменилось. И просит прямо. И за день сколько таких приходят. Откуда такие? Здесь и за рубежа. Первый раз. Если первый раз. Мы сейчас утром просыпаемся. Первым делом, говорит, на ваш канал смотрим. Что нового? Ой, как много вы ставите. Мы не успеваем смотреть. На работу надо идти. И домой. Что там нового? Я, говорит, сначала прослушаю, а потом с женой. А потом еще с ребятишками вместе. Почему? Бесхитростное слово в простоте. Я везде долдоню, у меня нет никакого духовного образования. Никакого. Я просто молюсь и жду милости Божией. Еще как думаешь, написать, не написать? Обязательно. Написать. Даже прям, я думаю, что вот чтобы алиби было у вас до конца, вот надо, конечно, совет главнокомандующего принять, я думаю. Ну, чем видишь, там, я на молитве это прошу, у меня сожаление. Я жалею этих игиловцев. Такие же ребята были. Все, сейчас пишут. Вчера, только вечером посмотрели, какой-то артист в Москве. И играют такие роли, показали. Фамилия его какая-то, все. Он и приятный такой, все. Ну, нормальный совершенно. Семья, двое ребятишек. И вдруг жена, вижу, что-то не такой стал. Оказывается, уже принял мусульманство. И теперь все, бросил, уже к ИГИЛу перетянулся. Уже там. Артист. И уже убили вроде. А? Уже убили его. Убили? Да. Вот, а, про него говорили, да? Это здоровый такой был, занимался там чем-то. Нет, нет, нет. Ну, показывает, он что там все стрелял. Да, 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 да. Я, ну, вечером убили, да. С батюшкой. Документально, все документально. Если что такое? Все психологи собираются, рассуждают политологи. Что с народом сделать? Почему? Когда такое они делают? Не надо объяснения. Наступило время. Время, это время. Да. А убивают, головы режут. А ты считаешь, что тебя святые что делали? Диоклетиан издает 4 эдикта. Последний эдикт такой, где ты встретишь христианина, не надо ни в суд, никуда. Что в руках есть? У тебя палка, лопата, ломик, бей его сразу, убивай. Половина имения твои. Полное истребление. И когда он до этого дошел, всех убивать, всех, кто бы не встретил где.
Как только он дошел до этого, первый эдикт был священникам сдать книги, второе священникам запретить, третье вновь никого не принимать, закрывать храмы, то есть это все еще свободно, а потом убивать подряд. Как только он это издал указ, это подписал себе приговор, все. Господь говорит, и они, когда дополнят число ваше, потерпите на малое время, доколе не мстишь владыкой. 6 глава, 9 стих Откровения. И все. И тут рождается Константин. И дальше будет уже битва. Диоклетиан сам отрекся от престола. Поставят на место Ликиния, зятя Константина. У него с Константином начнется противоречие. Битва, и Ликиния упадет в воду, и в Тибре утонет. Понимаете, у Бога вся эта программа, режиссура от вечности расписана. И не надо корректировать, надо брать готовое и молиться, благодаря Богу. Ну а можем, если бы убили, ну так бы у Бога это разнаряжено, он знает, что убьют. И в эту ночь, говорит, был убит Валтасар, воцарился Дарий 62 лет. Не может быть после него ни Ленин, ни никто. И не может 24 лет, 62 года должен быть. 62 года, 62 года. А до 62-го года он проявил себя, да, как военачальник хороший. Но вот теперь так. А эти сидят в Вавилоне, гуляют, пьют, город недоступный. Неужели это правда, что стены были 100 метров? Я никак не могу поверить. Вы имеете в виду высоту? Да. Башни 90-метровые были, а 70 метров стена. Ну вообще невозможно. Ну, башен много было. И сидели, гуляли, а они там что сделали-то? Перекрыли. Под этим прошли, город уже врагами наполнился. Одно сообщает, ворота захвачены. Второе, третье, они сидят, гуляют. Первое время еще мы, сколько историки там говорят. Там 100 ворот было, и по 90 метров. А и ширина, да, колесницы там. Там 4 колесницы. 4 колесницы. Но это все равно много. Валентина Алексеевна поднимает руку. 90 все равно. Говорите. А вот где польза больше? Здесь или там, у ИГИЛ? Вот для вас. Чего-то? Польза где больше духовная? Здесь у вас или в ИГИЛ будет? Сколько еще? Польза, где от вас больше? Польза, где? Я не определяю, это я просто живу и все. Я не могу себя определять. Вот, какая польза от меня? Даете. Да. Ну, с чем я не согласен, а то, что я старик, не соглашусь. Нет, она спрашивает, где от вас я будет знаю, больше. Да, мне говорят, я постарел. Неправда, то не мой удел. Стареть хижина моя, но эта хижина не я. Трясутся руки, говорят, от того, что мало сделали добра, и все перечисляется. Это не мое стихотворение. Неправда, то не мой удел. Вы никак не можете отправить Игнатия Тихоновича? Нет, отпустить не могу. Да нет, отпустите она, его. Она хороший вопрос задала. Ну, видишь, ну, Валя, я об этом не думаю совсем. У меня мысль появилась на молитве, я сейчас молюсь об этом. И у меня мысль такая, что Бог может что-то сделать. Я не знаю что, но ну, что-то может сделать. Может, а бывает достаточно... Благовестники, которые туда проникнут. Может уже проникают. Может, я сейчас как Петр спрашиваю. Да, да не я будет. Тоже про это подумал. Да-да. Может, и так. Угу. 26 стих. А Высший Иерусалим свободен. Он Матерь всем нам. Толкование. В том прообраз Агари. Посмотри, также и прообраз Сары. Она ведь прообразовывала горний Иерусалим. Он же есть град верующих. Откуда и закон наш, ибо с неба Евангелие, подчеркнуто и выделено это. Этот град свободен от наблюдений закона. И все в нем устрояется свободно и с благородным достоинством. Ибо ничто у нас не совершается из-за видимой награды. И не угрожают нам телесные наказания, но и обещания более божественны, и наказания приличны благородны, именно отлучение от таинственной трапезы и эпитимьи. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова с неба Евангелия. У мусульман эта мысль четко проводится. Еще. Что их священная книга Коран была дана Мухаммеду в готовом виде с неба. И они в это верят, безусловно, все. Что касается христиан, что наше Евангелие с неба, в это почти никто не верит.
Иоанн Златоуст постоянно напоминал делать сравнение с окружающими нас людьми, хотя бы это было и не в нашу пользу. Особенно в православии необходимо немедленно, денно и ношно твердить о том, что Библия пришла к нам с неба, что не только последняя 77-я книга в Библии называется Откровением, но и вся Библия называется Откровением, данным от Бога. Авторитет Библии в замаскированном виде и почтение к ней, сверхпочтение, оказывается при выносе Евангелия в церкви. Необходимо, чтобы точно так же каждая душа на престоле своего сознания поместила великий авторитет Библии. Вот папа считает, говорит, терпеть не могу, какие комментарии. Мартин Лютер, протестант, любил Библию и высказал такую мысль. В мире есть только одна книга Библия и только одна личность Христос. Здорово. Пожалуйста, говорите вам слово, Владимир Пащенко. Я приведу немножко, что значит, когда человек, не знающий вообще, вот большей частью мы людей встречаем, когда на благовестие ходим, и от других людей я слышу тоже, кто благовествует, что когда люди не знают Евангелия, вообще Слово Божие, у них нет и веры, как написано в Римлянам 10:17, что и так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего у человека появляется, правильная вера, евангельская. Вот мы ходили по одному селу на благовестие, и три бабушки сидят, я уже не раз рассказывал, что... Я подхожу, они такие, ой, сыночек, там, приглашаю их на беседу, Игнатий Иванович как раз с нами это время ездил. Они такие, да, хорошо, сыночек, здоровья тебе, здоровья. Я говорю, а вам, говорю, Царство Небесное. И я как увидел их реакцию, они посерели сразу, особенно вот там такая женщина полная. Она давай меня крестить, открещиваться от меня. То есть слово Царство Небесное для нее как за упокой я читал, то есть все. Отправил смерть в гроб тебе, уже. Да, в гроб тебе. А я-то пожелал, чтобы она в Царстве Небесном была, то есть со Христом. Потом, я недавно переписывался с братом Андреем Смирягиным. Он там, его местный священник, ну не местный, а там в одном городе, он районом ездил, город Реж. И попросил проводить огласительные беседы, одна беседа перед крещением. Ну это, как говорится, пустяки вообще, тут даже говорить нечего. Но Андрей даже на это пошел, хоть вроде как немножко люди услышат о Слове Божьем. Я так понимаю, он до конца не сказал, но именно так я думаю. Вот. И он сидит, и в видеоролике это все записано. И он рассказывает, вот там народ показали немножко, и он в основном говорит, и говорит, что вот я там, говорит, на другом приходе был, тоже, та же меня священник попросил немножко провести беседу перед крещением. Я, говорит, им рассказываю о жизни вечной, а они говорят, а мы не верим, говорит, в жизнь вечную. А готовится к крещению. И он когда эти слова произнес, и в кадре показывал, он сидит и на тех людей, каким говорит, и такой на них с удивлением так, и вы, говорит, не верите. Понимаете, люди, готовящие к крещению, и они не верят в Царство Небесное, в жизнь вечную. Он поражен на такой, а что там говорить дальше-то вообще? Что там будет после крещения? Да и крещение-то обливательно. Он задал иначе еще вопрос через меня, говорит, как? Может, я, говорит, участник этого беззакония, Игнатий Иванович, точно ты, говорит, участник. Так что выйди, говорит, оттуда и занимайся отдельно с людьми. Все. И как помните, что интересно, из жития святых только одно событие попало в Коран, о котором я скажу. Наступил момент, это 500 какой-то год, 530 год, что епископы не верили в воскресение из мертвых. И было 7 юношей, это более ранний период даже был. Ефесских. Да. И они... 530-й, по-моему, год. Да. И юноши эти, когда гонение наступило, они в пещере закрылись, там военные были, ну, молодежь, как говорится, кадеты. И Господь их усыпил, 120 лет спали. А когда проснулись, он подошел к городу-то, и там, где висел орел там римский или что, он смотрит, крест. Он не может понять. А потом подошел, что его послали хлеба купить. Они не поняли, что спали 120 лет. Они табличку перед тем, как в пещере были, заложили, может, нас найдут, не найдут, взяли, написали, табличка такая там какая-то у них, что мы такие-то, при таком-то императоре, при таком-то егемоне, губернаторе было так-то, отгнали нас и допрашивали, но тот допросил и говорит, идите домой, там, обдумайте хорошо, а потом мы вас допросим. Но они тогда скрылись в горах и
пещере. В пещере. Он пришел в магазин-то покупать-то. Деньги-то выложил, а деньги-то у него те. Деньги-то не бумажные были, а настоящие золото. А тот взял, посмотрел, и другому мигнул, говорит, иди сюда. Ты где взял? Думает, где-то клад. Значит, с ним-то не поделились, ну, еврейство. Ну и дальше Польшу арестовали, и начали бить, пытать, что там узнавать. И он тогда все рассказал, где. А когда узнали, что они такие, там такое-то в церкви было, покаяние, торжество, ну как пишут. А они там что, ели или не ели, а они легли, говорит, и умерли. Умерли, чуть ли не в прах рассыпались, ну 120 лет. То есть вернулось все свое состояние. Ну, у Спиридона, вот он выходит, один пришел, говорит, денег не хватает, у меня вот сейчас там прямо налоги, там денег не хватает, а где же взять-то? Да не знаю, что же делать-то, пошли в сад, может, подумаем. Змея ползет, он, змея, превратись в золото, и змея ровно перерубилась она эти, на монеты. И он их собрал ему, змея, много там отдал. Ну, как, говорит, заработаешь, отдашь. Он опять, когда заработал, он пришел в сад, деньги высыпал, и змея, ползи своей дорогой-то. И копейки слепились, опять змея язык высунула и поползла. Ну, сказка, ясно. Но мы верим, это житие. И вот жития умерших, а их имена там называются какие-то, это и есть в Коране. Я вот в 18 томе отвечаю, это единственное, что нашел, из жития святых. Да, что-то стали опять говорить. Вот я не так говорю, там не так я говорю, не так правильно, не так. Ну, мне положено говорить именно вот так. Я вообще не касаюсь с мусульманами ни Аллаха, ни Мухаммада, ни Коран. Три слова для меня табу. Для меня главное, что Христос, Святая Библия, Инжил. Инжил это у них Евангелие называется. Я об этом говорю о спасении во Христе. А в этом уже все остальное они увидят. Что не по слову Божьему анафема. Галатам 1.8.9 читаю. А ты уже определяй, куда. 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени. Я это ему и считаю. А как он понимает? Это его дело. Мне зачем разбирать книги, которые мне не принадлежат? Я ни Ленина, ни Майн Кампф не буду разбирать. Я думаю, Игнатий Игнатьевич, что они все время на вас нападают еще. Конечно, язык у вас совсем другой. У вас как Изопов язык. Вы что не скажете? Обличительное. Почему? Так у вас же везде Библия, вы же все время Библию берете. А они Библию до конца и не знают, они кажутся, что вы ругаетесь на них. Это постоянно так с людьми, которые меньше знают. Во-первых, они сразу завидовать начинают, как и у Христа это было. И сказали, предали его из зависти. А Пилат, допустим, он за вопросы интересные задавал. Да такие, что ну Христос не стал с ним до конца говорить, потому что язычник не понял бы. Да и не время было, когда он спросил. Что есть истина? Это вообще таких, ни одного нету такого вопроса, чтобы задали ему иудеи. Они и так знали, как Захария, помните в искуплении. Это ты вот говоришь, что о грехах, а мы же избранный народ. Ты что это о наших грехах-то говоришь? Куда мы денемся-то? Мы уже избранный народ Богом. Все. А оказывается, а нет. Еще и в ад можно попасть. А зачем мы тебя будем слушать, если нам и так достаточно уже? Нас все вокруг прославляют, народ ходит, свечки ставит, никто ничего не говорит, а ты вот один тут выискался какой-то. Правильно? Помните, как вам Войтович сказал? Ну, зачем ты это делаешь? Ну, да. Ну, прочитал ты сам, ну и знай. Зачем ты народу-то это показываешь? Звоня, не так крещение. Что ты сделал? Как ты издеваешься над нашей матерью церковью? Никто бы этого не знал, никто бы не звонил. Настоятель Войтович, отец Николаевич. Да поздравляем его. Да не просто сказал, а крестный ход шел, он с крестного хода вырвался, а я отдельно стоял в стороне, и прям ко мне, это вообще весть невыданная. Да. То есть его настолько это переполняло любовь к матери церкви, что он решил этого еретика и сектанта прихлопнуть. То никто бы и не знал, что полное погружение надо, и надо прежде учить, надо уверовать, принять Христа спасителем своим. Этого не надо. Он однажды, он, как говорится, вляпался. Где-то он был, лишь проходил мимо и услышал, как я говорил. Я говорю, Павел призывает об этом, чтобы мы жили духовно, в духе. А он вышел и в проповеди стал говорить. Люди нашлись, которые говорят жить в духе. Да кто это жил? Разве мы ангелы? И он, когда в алтарь-то зашел, а тогда был Михаил Пристая, и он ему говорит, батюшка, это, он-то настоятель, это, да в Евангелии так написано. Да вы что? Ну да, если ты так-то говоришь, так еретик.
Теперь архиерею опять нажалуют. Понимаешь? Вот не то. И говорит, шторку отодвигает, а через царские врата-то не смотрят. А оно там решетчато, и вот так отодвигает шторку. Эти златоустовцы опять пришли, придется проповедь говорить. А то накапает архиерею. А священники наши там, близкие нам, они там и все это слышат в алтаре-то. И потом мне ночью приходят, как два Никодима. И говорят, все позади, ни Николая нет, ни тех священников. А у меня логика, как гиря в магазине, говорит. Товары приходят и уходят, а я остаюсь. Хорошая, это пускай она остается. Этот отвес, он все измерит тогда. Железный. Будете искать эти книги и мудрые слова. Да смотрим уже, что Игорь, будем. Будут искать. Ой. Я уже знаю это, как сейчас ищут, как они спрашивают, в какой книге, прям каждый день. Я за компьютером 14-16 часов каждый день провожу. Ответы, ответы, ответы. Ответы человеку, показать надо, просятся покреститься. Я ходил, ходил, ни одного священника, конечно, бесплатно покрестил. Вот тебе, ну, вот тебе хорошо у них. Беда, беда, беда. Вот тебе, брат, хорошо там. Светло. Светло. Сколько у вас времени? Это, наверное, все. И зал дано. Нет, еще. 15 минут еще. Еще 15 минут. Вопросы. Давайте вон. Еще, Игнатий Ильич, поговорим. Игнатий Ильич, вон. Вот, вопрос детский. У нас вопросы-ответы. У Сергея идут занятия. Сейчас занятия, полчаса, у меня вопросы-ответы. Хорошо получается? На отлично. Вон вопрос задает. Да как вот Сергей. Руку поднял. Слово Тарасе. Тарасе, вам давай. Слово. А почему придумали, что в пост нельзя молоко и мясо есть? Вопрос-то хороший. Конечно, интересно. Понимаешь, Тарасе, мы православные. Просто так, без этих каких-то пояснений нам не разобраться. И поэтому церковь берет щадящий режим и говорит, Адам постился в раю, ему можно было все, а с одного дерева нельзя. Нельзя было, и все, грех-то. И так и решили. Эта пища более калорийная, и более привлекательная для человека, и надо в чем-то себя сокращать. А ты можешь в это время и хлеба недосыто есть, и воды недосыто пить, и растительное масло можешь не всегда. А настоящий пост, это когда в рот ничего не пить и не есть. Это монахи, конечно, придумали. И придумали они неплохо. Они вообще грамотные были в этом вопросе. Вот эти лестовка, щетки-то. Это, говорит, в 6 веке Пахомий придумал для монахов, которые не умеют читать. Вообще нарочно не придумаешь. Но вот перед причастием сейчас мне надо молиться. Ну, а глаза не видят. Канон Богородицы. Это означает 400 поклонов, 4 лестовки. Да земные это, покланяйся. Легче прочитать. Канон Христу Спасителю... 5 лестовок. Это у старообрядца все. Ну а как по-другому-то? Человек считать не может, молиться надо, а как? Тоже неплохо придумано. Но если за эти щетки-то держаться и исполнять с любовью, разве это плохо? Мы когда молимся, мы всех-всех вспоминаем. Всех. Ты Вове скажи, у меня дня не было, чтобы за него не молился. Вот видишь, я сказал, она уже плакает. Твои слезы придут на молитву ко мне. Я каждый день молюсь за него и за Волобуева. А начинают с брата Павла, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Дробот, этот, который. И дальше перечисляю, где мужики запиваются. Мы каждый день молимся, каждый день. И ждем от Бога ответ. Да хочу это. Дай-то Бог, чтобы говоришь, пошел. Какая ему разница, ему опохмелиться надо, ты это не знаешь. Павел говорит, молитесь обо мне, дабы по ходатайству многих я был возвращен вам. Они, Господи, Павлу дай свободу, а Бог берет начальника, издает особый закон, и нас 25 марта 87 года всех политзаключенных выпустили в один день. Вот как сейчас помню, когда каждый стол, это 10 человек, ну, в заключение, в лагере, а сразу заводят 750 человек. Представь, сколько столов. Валентин, это все. Всех пришло, ну и там кастрюлю подают, кухня там. Кастрюлю подали. А один, который здесь разливающий, тоже один из нас, заключенных, он наливает, но льет так, чтобы маленько осталось. И когда у него там остается, ну остается это ножо, все знают, оказывается, не хватит кому-то. И он тогда, который рядом по черпаку, еще там линет. Это знаешь, как поддержка-то, есть охота. Ну, я вижу такое дело, а мне молиться надо, когда за стол садится, я решил по 7 поклонов делать.
А тут раздают поварёшка, а я тут стою, тут махаю руками-то. Я вижу, как бы у него не выбитое, щерпахтое друг-то. Я тогда ушел на этот край, а тут никому никогда не попадает. Здесь можно молиться, я стою тогда, и весь зал 750 человек молится. Смотрит. Я помолился, сел, а он в это время разливает. Ко мне чашка пришла, мне щерпах. И когда все кончилось, тот кричит, так, давай чашку сюда. И моя чашка пустая через весь ряд идет, ее наливают. Все, здесь на этом дальнем конце никому больше не дают, а я один. За какой бы стол ни сел, каждый день разные люди там сказали, там забежали и все. Вот подошли к столовой, а в это время снег идет, шапки долой. Все, все шапки сняли, до одного все. Начальник стоит, смотрит, а командует свой зэк. Ему за это тоже черпак попадет. Понимаешь, вот у Бога как все это сделано. Поставили чистить картошку, холод, картошка мелкая. Я только начал чистить. А зэки там тоже, им места эти на кухне купили родственники за большие деньги. Павел приобрел гражданство, а здесь за большие деньги-то сидеть. Подходят заключенные, так, идемте. Я говорю, да картошку эти зэки почистят. Пошли, отец. Наливают, ешь. Я поел, расскажи нам о Боге что-нибудь. Там никогда бы не говорил. Я сижу, говорю, теперь, когда вы не послали, у меня уже знаком со Щерпаком. Они меня опять тащат туда. Новые люди. Я так абсолютно везде. Вот мы сидим, я с чего начал говорить. Сидим, я один там газету взял, а тут непонятно, не амнистия, а что-то помилование какое-то идет. Я говорю, ну-ка дай. И написано статья 70-я, 190-я, моя статья. А я первое поел, чашку за второе, там уже принесли кастрюлю. Я кричу, второго не надо, иду на свободу. Дома поем. Можно вопрос, Игнатиночка, вам, а? А попутно сказать, вот знаете, некоторые считали, не знаю, я днем работаю там где-то, ну, в промзона, фуфайки шить там, все. И в это время прибегает посыльный штаба, штаб называется, подходит ко мне, меня за руку схватает, бегом бежим. Куда? Беги, не разговаривай. Ну и во все, бригадир кричит, куда ты его, у меня выработка, отстань, беги за мной. Ну и дальше мы побежали, этот рассыльный, тоже заключенный там. Бежит, куда, 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 беги в штаб. В штаб, куда, кому, политотдел. Политотдел говорит, срочно вещи все забирай, какие есть, и сюда, куда. Разберемся, все, сдать, а что сдавать-то у меня там сухари, у меня там сушки, я тоже раздаю тетради, все, разбазарил, и одна Библия со мной, и что, куда, свобода, вас сегодня выпускают, а им дали указание Москва, к 3 часам дня, чтобы все были на свободе, во всех лагерях одновременно, бегом, если полчетвертого, это уже нарушение, ему придется отвечать перед Кремлем, вот дисциплина, все. Я тогда сразу говорю, знаете, свобода это хорошо. Когда вывели, я говорю, я не поеду никуда. А почему? Я должен с начальником лагеря встретиться, Бахаев. Ну, пожалуйста. А Питер стоит, я говорю, а мне дали указание вас сопровождать до дому, чтобы вы обязательно до дома были. Дорога еще не случилась. То есть указание дали политзаключенных всех довести до дома. Понятно, какая честь? Я с начальником встретился. Сейчас не могу не звать, а Алыкбек какой-то, или что-то там, Бек у них, Бай. Я говорю, я видел все, что в лагере делается. Лагерь смерти. Как убивают людей. Я буду писать Центральный комитет партии. Партия была. Ну что, пишите. Он ни слова не сказал. Я написал. Лагерь расформировали, полностью разобрали. Разослали, лагерь был закрыт полностью. Я не знаю, какую роль мое письмо, но потом мне сообщили, лагерь полностью был закрыт. Что там было? Видишь как? Бог послал туда, чтобы я прошел, увидел, сказал, засвидетельствовал. А теперь раньше времени свобода. И поэтому Бог его знает. А вот представьте, что я напишу письмо, уже не Горбачева, а Путину, и оттуда придет ответ. Рассудить. Передаст куда-нибудь в патриархию. Может быть? Или нет? Ну, вполне. Вот. Уверовал один человек, зав кафедры бионики, академгородок Новосибирске, Глущенко Вячеслав Павлович. В дальнейшем будет иеромонахом Никодимом. И вот он священником, служил он вместе с отцом Геннадием Фастом, ну, представь, зав кафедры там или еще там что. И вот он лежит на спине и вдруг видит, загорается карта Советского Союза, с его слов. И он видит, горит. И где какая перестройка будет, и что он должен делать, делать Лыково, а база там рядом,
место пустынное, но ты хорошие знаешь. Травы растут. И нужно пол горы снести, холма, и здесь построить монастырь, и заниматься будет пчеловодством, а пчелы ульи будут в комнате, а литок наружу. Это самый чистый в мире таежный будет мед. И этим медом будем торговать с Японией императору. Харакири. И что ты думаешь? Ну явно дело, что такое. Пишет дедушке бонзай. Пишет, и Горбачеву попадает письмо, дается указание. Хоть вертолетами туда отвезти все бульдозера, какие есть. Снести эту гору, что он говорит, то сделать. И начинается работа. Все это дело строится как надо. Дальше не идет. Вдруг все остановилось. Он опять просит видение, дай Господи. Ну, чего не идет-то? И он в алтаре молится, и в это ему время видения. Он видит меня. И ему сказано, если Игнатий не приедет сюда, дело твое дохлое, ничего не будет. Он тут же мне пишет, приезжайте. Приезжайте здесь и будем работать. Я сразу ему пишу, отец Никодим, суши сухари, пропал ты. Тебя арестуют. Толкнули. Арестуют за подделку, за все, что ты делаешь. И так и получилось. Едет к нему какой-то монах, его находят повешенным на сосне. Да. Дальше начинается, все заглохло, никакого меду нет, монахов нет. У меня знакомый был священник, он психологический факультет в Ленинграде кончил. Светков отец Владимир. Он у меня в лагере находится, и решили, что он поедет туда. И он решил к нему съездить. Съездил, вернулся, говорит, у него ничего не будет. Я говорю, а почему? А у него нет программы, или как он сказал, и нет духовника. И правда, все разрушилось. А он ушел в Богородичный центр. В ересь впал. А там все заросло опять. Понятно? Искушения какие бывают. Вот он сказал, тут бы я, знаешь, как это... Он мне сказал, я теперь поеду, никуда я не поехал. Я на то сказал, суши сухари. Обман будет раскрыт, ничего этого тебе не сделать. Не сделать. Ты один можешь, у него сестра была еще родная, а поднять вот это, нет, это не сделать. Это должны быть единомысленные все. Это должны быть жить, люди отверженные от мира, не сделать. И он сидел, отец Владимир приехал, говорит, у него ничего не получится. У него нет духовника. Можно вопрос задать? Нет. Насчет вот двух анимых я все хотел. А... Ну, там Андрей тоже непонятно, конечно, но там с Нина, понятно с ней все. А вот Валентина, да. Она же, я помню, не так давно тут выступали, когда какое-то было у нас торжество по поводу какого-то летия нашего общины. И она вспоминала, вот там как раз вспомнили, как при крещении, там она чуть не утонула. И она вставала, тут слово держала, тут переводили. И так далее. Благодарила вас, как она попала сюда, там что-то через Сашу, или даже она конкретно прям о вас услышала, Саше сказала, и Саша потом сходил первым, Саша обратился, сын ее, Янчук. А потом Женя только. И она столько благодарила, она все знала, и о зарубежной, что именно зарубежная церковь, она... С ней прям конкретно разговаривали. Я не знаю, тетя, вы-то с ней беседу вели? Писали, да, вы с ней? Она очень хорошо понимает все. А как, почему с ней-то никаких разговоров не было? Я даже не понимаю. Она с вами советовалась как-то? Нет, дело в том, что она мать Жени. И когда она бывает в доме Жени, и 100 слов, 100 отрицательные. Про вас? Да. Ясно. И оно... Денно-ночно, и она это все видела. И я думал, как она в этом доме, и как она там находит в Потеряевке. Храм, все, у нас прекрасные отношения, но для нее этого достаточно. И она, видимо, ну, правильно, сына. Ради мира, может быть, в семье или как-то. Все отрицательное. Сына верит. Ни на занятия он там не ходит, ничего нигде нету. Я знаю, откуда этот ветер, но она, это ее выбор. Она просто избрала это. Но летом же она у нашего священника. А? Летом она у нашего священника исповедовалась, причащалась там, в Потеряевке-то. Ну, вот так. У нашего священника. Я думаю, ее сожгла домашняя обстановка. Она очень добрая. У нас он один. Я ее всегда в пример ставил, какая она. Обычно у батюшки говорят, ты отца Якима.
Ну да. Спокойная. Ну правильно. Да, немного разговор с ней был. Это с месяца назад. С месяца? Немного с месяца назад был разговор с ней. Но? Она приходила. Ну и она говорит, что я хочу помочь там еще другим. Ну, это ее дело. Я знаю только, что отрицательно влияет домашняя обстановка. И, ну, я, да, наверняка. И говорила, что... Ну, а вот это просто некосно. Ну, последнюю Нину убивает, сейчас еще Тамара стоит. Ну, все. Да, Игорь сегодня такой. Она очень разумная, она самая грамотная среди них была. Она считала хорошо, она пишет почти без ошибок. Там светло. Ну, ее биография в 15-м томе. Стимула свет. Она сама написала. Свет, вот эта Нина пришла, которая, я это она через нее пришла, Нина привела ее. Ну, там смуту наводила, всеми недовольны, Света Клюй была где-то. А у этой никогда не было, она спокойная. Это домашняя обстановка. Она увидит, когда там что-то где-то, она побежит там у Люды, арбуз какой-то сорвет, что-то тащит, что-то надо дать ей, она, ну, добрая очень. И что она ушла, для меня она не ушла никуда, она с нами осталась. От нее нет ни худых слов, там не будет, ничего нет. Но она, может быть, что-то другое имеет там. Но то, что они имели здесь, они никогда там не будут иметь. Никогда. Если вот это отношение, эпитимия, полное крещение, она же здесь. Она при крещении не тонула, накануне. Накануне, да. Накануне крещения. Не при крещении самом. Она хорошо плавает, а на берегу лежала Зоя, это... Деянова, Косолаева, или как ее в это время. И она решила искупаться. Я говорю, вы идите там, искупайтесь, где погружаться будете, чтобы вам не было в испуг-то это. И она полметра вот столько, наверное, развернула ее, под водой вот столько вот, и рядом видит свай, и она не могу рукой дотянуться. И она под водой тонет. Сатана ее. Ни тины нету, чистая вода. И она застыла, как дирижабль. Долго нету. А я говорю, долго-то нету. Да это она занимается дыхательной гимнастикой. Зоя-то она сама занималась. Какая дыхательная гимнастика под водой-то? Ну ее вытащили когда, ее давай давить из нее эту, лишнюю воду давить, говорит. Вот еще, я, говорит, еще не могу понять. Я вижу вот сваи, я не могу выспать ни кверху, ни к ним подвинуть. Она замерла на одном месте. А завтра крещение. Сатана. Почему вода освещается, если свободная? Аминь. Вот такой однажды случай был. А можно тоже спросить? Это лично из моей жизни. Но? У меня было два раза в жизни такой случай. Вот я лежу на кровати ночью, и у меня такой цепенеющий страх. Я не могу даже пошевелить ни рукой, ни ногой, ни языком. Я вижу, муж рядом лежит, или слышу, он еще на компьютере там это чакает. Я не могу даже сказать... Я ничего не могу, мне ужасно страшно, что это такое. Я начинаю молиться потихоньку, потихоньку, как-то вот, знаете, это страшно такое даже пережить. Я у меня два раза было. Нам пришлось немного ухаживать за двумя пожилыми людьми в Латвии, в Лицаузии. Она рассказывала, я, говорит, лежу, муж рядом, и вдруг, говорит, лежу, дверь открывается, и заходит кто-то высокий ростом. Во мне, говорит, все, захолодело. Я, говорит, себя не помню. Но я поняла, что это он. Злодей. Демон где-то. Но она что-то начала говорить такое, я не знаю как-то. Что-то такое было. Подошел на одеяло, кажется, одеяло вот так натянул ей. И она, говорит, забыла молитву. Я только говорю, меч Господа и Гедеона. Это когда Гедеон-то побеждал, и он крещали. Меч Господа. Он говорит, слышу, слышу, меч Господа и Гедеона. Отступил и вышел, и все. Александр Устинов, Володя Устинова, ну этот герой веры. Герой веры рассказывает, говорит, только, говорит, лег спать, ложусь спать. Дверь открывается, думаю, я ж сам запирал-то, не ребята. Шлепает босыми ногами, подходит ко мне, начинает душить. А я лежу и думаю, ну души, души, посмотрю, какая у тебя сила. Хватит у тебя или нет. Он даже здесь, никто его не боится-то. Но он подошел, слышу. Иди-ка ты отсюда, нет тебя никакой власти надо мною. Он, говорит, сразу отступил, вышел, дверью хлопнул, все на крючок закрылось, больше нету. Это я знаю людей, с которыми лично общался. Вот так. У меня знакомая одна была, ее Амелия звали, немка. Она у баптистов была, на самом деле она, видимо, лютеранка. И она говорит, когда ее сюда прислали, немцев-то высылали где-то, трудное положение, двое ребятишек у ней было. Ну невозможно просто, умирай, ничего. И вдруг ее поставили хлеб возить. Ну тут-то только бы булку взять, она умирает от голода. Я не могу этого сделать.
и где какие крошки оставались, тогда к пайку это можно было. Я однажды, говорит, только уснула, говорит, вижу такая тропа, и надо идти, я иду туда. Подхожу, гляжу, следы-то все кончаются и в пропасть. Кончились, и видно, люди упали. Я остановилась в раздумье и смотрю мост. Через него перекинутый мост, я глянула, а там на мосту стоит женщина, красивая-красивая. И говорит, ты вот что сделай, детей сохранишь. И она мне сказала, завтра подойди вот к этому человеку. Ну и все, сказалось. Она говорит, я подошла, а тот человек, я не знаю, какой он должен занимал или что, и он ее взял на абордаж, и он ее вытащил. Дети выросли, и все. Видишь как? Я, говорит, с тех пор, она же баптистка, чтобы я против Божьей Матери сказала, никогда меня Божья Матерь вывела. Но не каждому такие видения. Это я лично уже от нее слышал. В жизни человека бывают переломные моменты. Вот один из моментов, конечно, самый главный, когда мы обращаемся к Господу на пути в Дамаск. Вот если Бог проложил бы мой путь в Дамаск, как раз и ехать. Да. Еще раз. Угу. На пути в Дамаск. На этой неделе буду думать. Но у меня тоже такой случай в тайге был. После того, как я первый раз на занятиях у вас побывал, и потом уехал в тайгу, и бес тоже ко мне приходил тоже душить. Но он в лунном свете был, прям у него шерсть есть, все такое. Ну, как предстал такой, как дымчатый что-то такое. И подошел душить, но дело все в том, что я до такой степени уже был нацелен на духовную победу, потому что у меня все материалы были, я постоянно занимался. Уже Златоуст у меня был, тетя Алла тут уже постаралась. Ну, он так заряженный был уже. И поэтому я сразу молиться начал, и все. Отче наш начал читать, и только руку для крестного знамения поднял, и сразу отступило все. И прям как будто в окно вылетело. И сразу туча зашла, вот так все, и темно, и ничего не было. Вот я ни разу не слышал ни голоса, ни видения. У меня никогда ничего не было, но страх находил. Вот сижу, занимаюсь Златоустом, и в этом страх. Чувствуется необыкновенный страх. Волосы, кажется, вот так поднимаются. Да. А я Златоуста сижу, конспектирую. И как бы голос. Я сейчас сделаю так, что ты бросишься в окно и скажу, что от веры в Бога сошел с ума. Не выключай свет. Как только мысль мне пришла, не выключай свет, а уголь, брат, да в огороде сарай, идти туда, все, больше никогда свет не включай. Я всегда клином клин вышибал. Теперь я все время буду ходить только в темноте. Вот идти когда на разъезд к нам, через кладбище, где малина, а другая через деревню, где дорога выворачивать где-то. Угу. Ну и кладбище, это страшное дело. Ну а я уже не маленький, после 10 класса. Теперь я уже никогда той дорогой не хожу. Только через кладбище. Еще остановлюсь и помолюсь. А бывает, говорит, фосфорное выделение, там в виде фигуры, да, где-то что-то будет. Об этом уже не думал. Но есть. Холод ощущаешь. Холодновато. Одно время он стал думать, как испугать. Конечно. У меня брат был. Он в баню пошел, а он на него. Он маленький совсем, лет 5. А он там поет. Мы пришли, а он один сидит в бане и поет. Ночью света нету. Молитва-то там, святые Божии, святые крепкие, еще знают, поют. Я говорю, тебе не страшно было? А нет. Надо уметь разрядить вот это, что он напускает, молитвой, верностью Богу и бесстрашие. Забыть. Мы смертные. Чего бояться? Один раз, говорит, умирать, не два раза. Надо просто все время помнить, с нами Господь. И тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Это реально надо ощущать, жить в этом. Вот вы один остаетесь, и вам не страшно. Подходит иногда, но он же делал там великой ярости, сошел. Ища кого поглотить, он страх напускает. А ты сказал, а я его не боюсь, а он слышал, он как раз делает, ты боясь тебя будешь. Да, я боюсь. Боюсь, но меня Бог спасает. Не надо бояться сказать. Не обманывай ни себя, ни других. Я вот когда вернулся, спрашивал, вот суд был, как я вел себя, ой, какой вы смелый, как вы власти, как вы КГБ обличали. Ой-ой-ой, я говорю, у меня внутри все сжималось и холодело, как я боялся. Да. Но никак это не проявилось. И никто не знает, а зачем вы говорите, что боялись? Затем, что внешне это было недействительное такое, а у меня другая сторона была, где я просто страшился, боялся. Боялся, что они могут отравить, могут убить, что угодно сделать.
а у меня столько не сделано. Вот я за чего боялся-то, что работа не сделанная. У меня стихотворение написано, как мой плод притягивает домашние любовью свою к берегу. Я не могу не уплыть никуда, они любовью тащили меня. Понятно, интересно все вспоминать, когда Господь с тобой. И сейчас вот нападки, да только делов. У русских хорошая поговорка, говорит, наплевать да забыть. То ли еще будет, ой-ой-ой. Это одну иглу к другой притягивает, да, Игнатьевич, да. Получается? Интересно. Вот я задумался. Потому, игла против иглы. Игла, это не напоминает, а поспешает добыча. Что? Я им говорил священникам всем. Перестаньте безобразничать, это время кончится, вам будет не до меня, примите истину. Да, и так. Вот теперь игла, заключенная в моей фамилии в имени, оно теперь самое страшное. А я везде подписывался игла, везде. Да. Иг, а потом у нас большой Бог, Игнатий Лавкин, я не выдумывал, и об этой игле я не знал. Ну, у нас и в книгах... Да, Исламское государство Ирак, а Эл это не государство. Латения, там, это означает восток, восхождение звезды. Ну, понятно, да, это выражение. Это весь восток, выражение. Такого государства Латения не было. Этим словом обозначалось в греческом языке все пространство востока. Угу. Они говорят, мы захватим, поэтому называть их. Отдельное государство они не выделяют, да? Нет, нет, это не государство. Перевод один, это восхождение. Игнатий Ильич, а спешит грабеж ускорять добыча? 15 глава, какие? 8 глава, 1 стих Исаия. И спорить об этом не надо. 8 глава, 1 стих. Пророка Исаия. Мне это там нравится, как поставлено, как этот. И спорить не надо, доказывать не надо. Был Христос. Я, говорит, в командировку приехал сюда. Зачем? По вызову. И какой же специальности... Черная магия, а этот Галкин наш поперкнулся. Черная магия, да. Черчагма книжник там 11 века. И русские там нашли. Я единственный, говорит, специалист во всем мире. Один специалист. А этому старику Канту я говорю, что ты разрушил, а свое создал. Когда мы с ним за завтраком были, а то 100 лет он умер назад. Он, а так сразу, 100 лет назад. Он говорит правду, как Лусева, скорбь сатаны. Ну а дальше уже. Так его сослать бы в ГУЛАГ, да я согласен, но его не сослать, он намного дальше находится. И его оттуда, говорит, ничем, на Соловки. Ничем, говорит, нельзя извлечь. На Соловки, говорит. В местах столь отдаленные. Да? А? В местах столь отдаленные. Да. Понимаешь, нет, вот он имел связь с сатаной. Михаил Булгаков. Он сам видел явления, какие ему были, какие маски посмертные остались, там сейчас исследуют все. Он сатанист самый настоящий был. Ну вот, талант. Повторять будешь. У него первое название «Мастера Маргариты» не было вообще его. Название было «Копыта инженера», и потом «Евангелие от сатаны». Ну ему их все забраковали. И последнее только, когда у него там любовь это случилось уже, тогда он вывел вот героя. Что-то путает его жену, даже к Сталину вроде бы. Да, да, Белозерскую, да. Вроде поэтому-то 29 раз он был на Белой гвардии. 29 раз ходил Сталин на Белую гвардию. Чего он хотел там узнать-то еще? Ему так нравилось, что офицеров там убивают, или как он? Он хотел понять что-то, видать. Может быть, поэтому репрессии начались. Боже. Сталин понял, что надо кончать просто со всеми, да и все. А вот Климов-то пишет-то об этом как? А, да-да, он это как раз вот к этому тоже отношение. Все, надо искоренять под корень. Всех, да. До одного. Кто убивал. Да. Раз они революцию поднимали, значит они здесь поднимут против меня. Угу. Потом выловить всю сталинскую, ленинскую гвардию, всех под нож пустить. В принципе, это вполне... Ну, правильное рассуждение у нас. Рассуждение отличное. Как у царя Давида. Ну да. Ну что, надо Бога благодарить. Когда будет суд, непонятно, да, непонятно. Игнатий Ильич, просим вас. Может, кто-то желает помолиться? Да мы все желаем, ну с вами. За счет вас. Ну тогда справа, слева с меня пусть становится гвардия моя. Идите гвардия. Молодец. Слева маленький, нет, справа туда, большой. Самый маленький. По лагерным нормам. Вот. Это слева, Тарасе справа. Вот так. Дай Бог, чтобы лагерный навсегда, закон такой. Навсегда, чтобы это было. Боже, милостив будь мне грешным.
Сознав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, милосердный Создатель, за это чудное воскресение, напоминающее о Твоей победе над дьяволом, над тьмою. Ты собрал нас, чтобы мы вникли в закон Твой. И в чем мы погрешили, Ты прости и помилуй нас, Господи. О чем мы рассуждали? Если это от Тебя, устрой, как Тебе угодно. Найди этих людей, которые не знают Тебя, проливают кровь. Доколе не мстишь за кровь святых Твоих, чтобы и они обратились, познали Тебя. Соедини, Господи, наши мысли с мыслями Духа Святого, чтобы мы во всем подчинялись веянию Духа Святого. Посети убиваемых, обездоленных, плененных. Прими их в обители вечные. Благослови правителей стран. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии. Умягчи сердца убийц. Дай им страх Твой святой. Научи нас во всем и всегда доверяться Тебе. Положи нам на сердце, даже в том, чего мы не понимаем, видеть Твой промысел о нас, заботу и любовь Твою. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни ее. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, даруй духовное рождение свыше патриарху, епископам, священникам. Даруй, Господи, водительство Духом Твоим святым, чтобы мы слышали голос Твой из Святой Библии. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во славу Божию. Спасибо. Спасибо. С миром Божьим по домам. На благовестие. На благовестие. Желающие. Желающие на благовестие. Спасибо.